сім, а чоловік і єдиний. І чоловік, який мені допомог в одній з самих трудних моєї житті. Тому що я б сказала, і творчості житті, але це було більше, ніж творчості житті. Преодолів дуже великі перепони, але все-таки здав перший раз попський рукопись із Нарханки, я обрела спокійствие і вирішила, що далі все буде прекрасно, я буду приходити, мене будуть печатати, і взагалі все ясно. Ну, увы, все 80-е годы, все оказалось иным. И подготовив перевод Апокрифа Иоанна, рукописи чрезвычайно важны для понимания гносиса Библии, я столкнулась опять со стеной непонимания, поповщина, вы протаскиваете какую-то религию, то ли христианство, то ли неизвестно что и так далее. И вот в полной растерянности я бросилась на Садовую, где тогда был институт славяноведения, и встретила вас и Владимира Николаевича, и рассказала, что происходит. И в ответ услышала, что это все мы очень просто можем решить. Вот сейчас идет конференция, доложите о том, что вы сделали, а потом мы это напечатаем. И вот это вот отклик на нужду человека, работающего, ну, может быть, не вполне традиционно работающего, был необычайно дорог. И вот это осталось у меня в памяти. И благодарность вам за это. Я рада, что могу это выразить лично. Теперь, что же касается вот, символа, то я тоже пыталась работать в этой области, ну, конечно, не теоретически, а привлекая материал, который мне так хорошо знаком, и остановилась на символе смеха. Вот мне пока представляется, что это очень интересная тема. Кстати, вы ею занимались, я имела удовольствие прочитать ваши работы. И в этих самых попских рукописях смех встречается, как ни странно, очень часто. И иногда понятно, так сказать, почему. А бывают случаи, когда, в общем-то, и не ясно, что это такое. Я взяла две наиболее интересные в этом отношении, два текста, из которых в одном, ну, более или менее традиционная тема, смеющийся на древе Христос. Вот этот смех. Ну и, так сказать, интерпретация, но она знакома и с чем связана, понятно. А второй текст – это второй трактат великого Сифа. Там всего-навсего 20 страничек рукописи, 14 раз употребляется слово «смех». В некоторых случаях, опять-таки, более или менее ясно, что за этим, какой смысл за этим стоит, пока идет мифология. Потом смех, смех, смех связывается уже с персонажами Ветхого Завета, от которого автор, гностик, называющий себя истинным христианином и критикующим собственно христианство, привлекает текст Ветхого Завета, потому что христиане его взяли, и, критикуя, предлагает такую картину. Он перечисляет всех патриархов, и о каждом говорится только одно. Скажем, Авраам был смехом. И дальше. Весь ряд патриархов. Есть некоторый ритм, соблюдается. Можно подозревать, что это текст, включенный в данный документ, из какого-то обрядного, вот, обряда, который сопровождался этим чтением. После этого в качестве заключения проповедь, обращение к верующим таким образом. И вот этот текст меня очень заинтриговал.
Я пыталась, так сказать, как все это разложить, понять, но сказать, что это довольно было трудно, потому что тут смешиваются привычные названия, применяемые непривычными объектами и прочее, прочее. Я заметила еще одну особенность, что в этом тексте очень часто, вот так же, как встречается слово «смех», так же встречается бессловесность, одним словом. Это переводит иногда неизреченность, несказанность и так далее. Красиво переводит. А вообще-то там всюду не слово, не слово, не слово. И вот эти два символа, если хотите, они у меня связались в одно, как так сказать, какое-то поле отказа от речи из попытки выражать по-другому и говорить о другом, другим способом. Ну, вот это маленькое замечание, которое я позволила себе сделать, и на этом я закончу, поздравив вас и пожелав вам долгих лет работы и общения с нами. Спасибо вам. Большое спасибо. Я хотел бы заметить, что у австралийских племен многих траур обозначается посредством молчания. То есть вот отказ от речи, по-видимому, это, скорее всего, именно универсальный способ реакции на смерть. Но это надо изучать. Так, Надя вообще личности Вячеслава Всеволодовича столько всего разного, что мы решили так выступающих не классифицировать нас по хронологии, по теме и так далее. И я предупредила, кого вызвал, того и вызвал. Вот Игорь Алексеевич как раз будет после Кобзева русская поэзия. Символ, слово и концепт поэзии пушкинской эпохи. Про регламент все помню. Да. Спасибо. Это краткое сообщение представляет собой пролегомены к одному из многочисленных, видимо, побочных направлений в проекте «Символяриума». И ценность его мне видится, например, в том, чтобы посмотреть, что именно в определенной культуре, в определенный период называется символом. И вот я обнаружил, что слово «символ», а точнее «символ» в русской поэзии появляется достаточно поздно, что само по себе интересный факт. И вот первый набросок истории этого слова русской поэзии, пятиминутный, я постараюсь сегодня представить. Значит, в словаре русского языка 11-17 веков есть слова «символ» и «символ» только в значении исповедания веры, в словосочетании «символ веры». При этом в XVIII веке происходит вторичное заимствование этого слова через посредством новоевропейских языков с актуализацией других значений, в первую очередь значение знак, эмблема, изображения и впоследствии знак особого типа. Мы вот до этой точки появления этого значения в пушкинскую эпоху в этих примерах дойдем. И, во-вторых, оно появляется в двух формах – символ и символ, отражающих рейхлиновскую, размусскую транскрипцию греческого слова. Значит, словарь 18 века, к сожалению, не дошел до буквы «С», но недостающие данные, по крайней мере, по крупнейшим писателям, отчасти компенсируют словоуказатель к разделу русской литературы XVIII века, составленный моими коллегами по русской виртуальной библиотеке. Так вот, оказывается, что слово «символ» или «символ» не встречается в стихах Кантемира и в прозе, по-видимому, не встречается у Тредиаковского, «Корпус неполный». Оно не встречается в стихах Ломоносова, хотя оно употреблено в письме о правилах российского стихотворства. Там есть контекст, кажется, единственное употребление этого слова Ломоносова. «Пристойным весьма символом французскую поэзию некто изобразил, представив оную на театре под видом некоторой женщины, что сугорбившись и раскорячившись,
прячущуюся при музыке, играющая на скрипице, сатира танцует. Вот. Слово это, по-видимому, не встречается у Шумарокова, корпус не полный, и точно не встречается у Майкова, Княжнина, Богдановича, Державина, Хмельницкого, Радищева, Муравьева и Дмитриева, по крайней мере, в опубликованной части Муравьева. Не употребляется в стихах Карамзина, хотя неоднократно встречается в его прозе. Но пока что в поэзии XVIII века удалось найти два употребления. Одно у Хераскова в России 1779 года. «Божницы пышные царские чертоги имеют на своих вершинах лунные роги, которые своим символом чтит Казань». И второе употребление в «Идиллии» Николая Александровича Львова, написанное в 1780 году, там, где пастух Миналк идет с овцами домой, собачка Путин пролагала, и вот дальше про нее сказано: «Собака верности символ, она во след любви бежала», то есть к девушке его и в мире вела. Значит, предпушкинская эпоха тоже очень интересна в этом отношении, в отношении неупотребления слова «символ». Оно, например, ни разу не встречается у Батюшкова. И первый поэт, который начинает употреблять его достаточно регулярно, это Жуковский, но только с 1815 года. Причем откуда этот взрыв употребления символа именно в 15 году у Жуковского, я пока не знаю. Но тем не менее, мы находим в стихотворении Ареопагу ответ арзамасцам, включая батюшку, у которого слова «символ» нету. Там так сказано: «Здесь свежесть юная и блеск цветочка милый, противо положено унынию могилы, на гробе расцветя цветок своей красой, нам о ничтожности сильнее напоминает, не украшает он, а только обнажает пред нами ужас гробовой, и гроба гость цветок, символ для нас унылый, что все живет здесь миг и для одной могилы». Это, кстати, редкий пример негенитивного распространения слова «символ», обычно символ чего, а не символ того, что. В этом же году старцу Эверсу, где сказано, что вечернее сияние – таинственный символ его завета. В 16 году «Певец в Кремле», написанный балладным стихом певца «Восстание русских воинов», где очень необычное подзначение слова «символ», которое я затрудняюсь сформулировать. Там сказано так: «И вся земля совокупись в единый град нетленный, в совет к царям небесный царь, символ им провидения, трон власти обратись в алтарь, в любовь повиновения», в отличие от более обычного употребления слова «символ». Пропускаю примеры Жуковского, кроме одного интересного контекста стихотворения «У гроба государыни императрицы Марии Федоровны» 28 года, где появляется противопоставление трупа как знака или символа смерти и жизни как символа провидения. Значит, там сказано, что «лишь гроб, лишь скрытая во гробе, лишь смерть и безымянный знак, в земной таинственной утробе от глаз сокроет вечный мрак, один лишь вид уничтожения, один символ небытия, но жизнь прекрасная твоя, символ прекрасный провидения, между нами будет, как была». Значит, у Пушкина, в пушкинской поэзии это слово тоже встречается только с ударением на первом слоге, так что ударение символ появляется, видимо, не ранее второй половины XIX века, пока не знаю когда. Словарь языка Пушкина фиксирует два значения: предмет или явление, служащего словом знаком чего-нибудь первое, и самый красивый пример – это Бахчисарайский фонтан, два примера, точнее, из Бахчисарайского фонтана. Сначала сказано: «Кивот печально озаренный, пречистой девы кроткий лик и крест любви символ священный». И дальше слово «символ», которое благодаря ассоциации с крестом как знаком культурной накости, такой кулево-локальный оборот, становится в поэме лейтмотивом и возвращается в конце. Там, значит, вы помните, в углу дворца уединенный, значит, стоит фонтан, и над ним крестом осенена магометанская луна. И дальше у Пушкина в скобках: «Символ, конечно, дерзновенный, незнание жалкого вина». Кстати, здесь вина употребляется в значении следствия, а не причины, что тоже достаточно редко. Вот. И второе значение – подобие, образ чего-нибудь. Это попытка лексикографа отразить тот факт, что символом может быть не только предмет, но и живое существо, и явление природы и так далее. Значит, пропуская пушкинские примеры, хотя есть интересные эксплицитные синонимы знака и символа в Гаврилиаде, и перехожу к Боротынскому, у которого есть только одно употребление слова «символ», но очень интересное. У Боротынского вообще развита метафорика слова «язык», «язык руин», «язык природы» и так далее. Вот. И кажется, у Боротынского впервые появляется представление о символе как о знаке особого рода.
по крайней мере, противопоставление символа словам человеческого языка и сопоставление символа с именем, мы находим в стихотворении Баратынского своенравное прозвание начала 1830-х годов. Оно посвящено домашнему имени жены поэта Настасьи Львовне. Ее первые 8 стихов. «Своенравное прозвание дал я милой в ласку ей, безотчетное создание детской нежности моей, чуждо явного значения для меня оно символ, чувств которых выражения в языках я не нашел». У этого стихотворения есть автоперевод Баратынского, где высвечиваются две вещи, не очень заметные в русском тексте. Значит, во-первых, это почти не проявленный в русском тексте шенерианский подтекст в автопереводе «Non de fantasy, non caresson, donnez ma chérie, création de ma tendresse enfantine». Это шенье «De non caresson, de ma tendresse enfantine», то, что повторил Пушкин, «Ласковых имен, младенческая нежность». А во-вторых, это «В языках я не нашел». Он пишет «Pour moi, le symbole des sentiments, que le langage humain ne saurait exprimer». То есть в языках он не «le langue», а «le langage humain». Это противопоставление, до сих пор не нашедшее адекватного лексического выражения в русском языке. Ну и последнее в качестве забавного штриха, то, что обычно не комментируется в примечаниях к этому стихотворению, то, что прокомментировал Модест Львович Гофман, и то, что отметил Михаил Леонидович Гаспаров, как отсутствие значимого комментария. А что это, собственно, за имя, которому посвящено это замечательное стихотворение? Домашнее имя Настасьи Львовны было «Попенька». Все. Спасибо. Вы знаете, я все-таки должен добавить, что Баратынский не только здесь употребляет, а также «подняли якорь надежды символ». Да, про этот забыл. Баратынского не смотрел по базе данных, а вспоминал наизусть. Все-таки нужно пользоваться современными средствами. Спасибо. Елена Алексеевна Павлова, простите, это все слышно. Теперь из другого времени. Вячеслав Селович говорит о символах, но, как сказала Татьяна Владимировна, нужно сделать краткий научный доклад, переходящий в поздравления. Вот, видимо, это так и будет выглядеть. Когда я начала заниматься символикой образа хлеба и близких к нему зерна и колоса, то первое, что нашлось сразу, это в работе в книге Вячеслава Всеволодовича и Владимира Николаевича Топорова «Исследование в области славянских древностей» есть такое размышление о белорусском каравае. В частности, вот я просто прочитаю. «Набор предметов, изображаемых на каравае – солнце, луна, шишки, животные или частички их, птички – в точности совпадает с набором ритуальных символов, изображаемых у мирового древа. В частности, на шаманском бубне, у многих северных народов, а также на древних изображениях в Передней Азии и Индии. И исходя из того, что старым названием мирового древа, по мнению некоторых ученых, было слово «рай», Вячеслав Всеволодович и Владимир Николаевич высказывают предположение, что «рай» в ряде текстов может, видимо, пониматься как обозначение возрастающей растительной силы, урожая хлеба и воды. Ну, к стыду своему, первое, что мне пришло в голову, поскольку в основном я занимаюсь творчеством Всеволода Вячеславовича Ивановича, это был пшеничный рай Троцкого. Я объясню, что я имею в виду. Значит, Троцкий в 23-м году в книге «Литература и революция» назвал Всеволода Иванова, Николая Клюева и Сергея Есенина мужепостующими, сказав, что для них революция – это путь в пшеничный рай. Ну и вот когда потом я стала смотреть уже тексты названных крестьянских писателей, а
Здесь надо иметь в виду, что архетипические корни этой культуры – это архаические корни славянского фольклора. То вот получилось очень любопытно. Вот смотрите, значит, у Клюева. Он придет нерукотворный век колосьев золотых, это 10-й век. 16-й. Пир мужицкий святый мирен в хлебном спасовом раю, хлебный рай. Потянула душу, как гуся, в голубой полуденный край. Там Микола и светлый Иисусе уготовят пшеничный рай. Или вот у Есенина. Уведу твой народ от упования, дам ему веру и мощь. Чтобы плугом он в зоре ранние распахивал солнце ночь. Чтобы поле его словесное выращало ульями зла. Чтобы зерна под крышей небесную озлощали, как пчелы мрак. Таким образом, появился следующий как бы ряд символов, связанных с понятием пшеничный рай, хлебный рай. И когда я опять обратилась к Всеволоду Иванову, у него есть такой рассказ замечательный, написанный в 21-м году после поездки в район голодающего Поволжья, называется «Полая Арапия». И там, в частности, пророчица говорит о том, что вот открылись ненадолго земли Полой Арапии, и там сочетается символика хлеба, что вот это место, где трава медвяная, пчелиная, и хлебушка спеет на 3 недели. А путь в Полую Арапию лежит по индийским горам. Ну, я не буду говорить дальше те примеры, которые вывели меня еще на один символ, и это была Индия. Она из, собственно, из Всеволод Иванов, и Есенин, и Клюев. И вот в связи с Клюевым еще одна цитата. У Клюева, как вы знаете, есть стихотворение «Белая Индия». А кроме этого известного стихотворения есть такое размышление о том, что такое «Белая Индия» в статье 19-го года. Иконописный миф, где живет последний трепет серафимских воскрылей. Внутренний гром слова былинного, мысленного, моленного, заклинательного, родильного. Еще особого человеческого состояния, которое мужики-хлысты зовут рожеством ангелов. Вот тайные, незримые для гордых взоров вехи, ведущие Россию в Белую Индию. Страну высочайшего и сейчас немыслимого духовного могущества и духовной культуры. Ну, это 19-й год, а в самом стихотворении там Белую Индию автор находит в печурке, то есть опять там, где хлеб. И последний образ, который возник вот в этом символическом ряду, связан с тем, что в 20-е годы, когда Николай Рерих путешествовал по Алтаю, он записал, что легенда о Беловодье, старогреческая знаменитая легенда, она связана, само понятие Беловодье связано с буддийским понятием Шамбала, что в переводе означает «белый остров». Таким образом, вот оказалось в этом ряду еще и Беловодье. И вот, как мне представляется, все эти понятия, все эти символические образы объединяют, ну, много что объединяет, но в частности вот на две вещи я хотела бы обратить внимание. Первое, это то, что во всех случаях это, при том, что это праведная земля, это некое земное царство, то есть достижимое. А второе, что в основе лежит хлеб, но не хлеб животный, а хлеб духовный. Ну и вот переходя от этой научной части к поздравительной, я бы хотела вновь вернуться к словам Клюева и напомнить конец этих слов. И сказать, что вот с моей точки, ну, как мне представляется, Вячеслав Всеволодович — это один из тех немногих людей, который знает тайные, незримые для города взоров вехи, ведущие Россию в Белую Индию, страну высочайшего и сейчас немыслимого духовного могущества и духовной культуры. Я бы хотела пожелать на этом пути, на котором Вячеслав Всеволодович и идущий, и ведущий, и нас, и Россию, пожелать на этом пути сил, поскольку это трудный путь всегда, и пожелать соратников и единоверцев, потому что
Хотя известно, что это путь одинокого человека, но, тем не менее, хорошо, когда рядом соратник. Спасибо. Спасибо. Спасибо за родственные слова. Я хотел сказать, знаете, когда 46, наверное, лет назад в Кярику под Тарту мы в семиотической компании собрались на какой-то некруглый день моего рождения, Петр Григорьевич Богатырев вместе с Романом Осиповичем и Кобзоновым исполнили традиционную такую детскую «Как на май именина истекли мы каравай», вот такой ширины и так далее. Так что ваше начало с Караваем, конечно, было очень уместно. Спасибо. Так, ну, а что, если нам опять вернуться к древности и послушать Илью Якубовича о сакральной и профанной нижней стране в представлении хентов после Каравая? И вы помните о регламенте? Да, помню. 5 минут. Поощряется, чтобы все успели. Я еще никогда не говорил о сакральной стране за 5 минут, так что попробую. У хетов, как и у многих других народов, было разделение между верхним миром, средним миром и нижним миром. Верхний мир – это небо, и ассоциируемые с ними небесные сферы. Средний мир – это земля, нижний мир – подземный мир. И мы знаем, как называется подземная нижняя сторона. Этот символ передается хетским сочетанием «каттерн-удны» – нижняя сторона. Напротив, существовала у хетов еще и другая нижняя сторона, которая, видимо, не являлась сакральным символом, а являлась и географическим понятием, противопоставленным верхней стороне. Верхняя сторона – это истоки Кызыл-Ирмака, древние реки Марасантия, так она называлась у хетов. Нижняя сторона располагалась несколько ниже по течению той же самой реки. И вот как называлась эта нижняя сторона, мы точно не знаем. Некоторые ученые в начале 20 века предполагали, что, возможно, она также называлась «каттерн-удны», то есть тем же самым выражением, что и преисподней. Я недавно позволил себе усомниться в этом предположении, и не только потому, что жителям этой самой нижней страны, возможно, не понравилась бы идея, что они живут в преисподней, и они не унаследовали бы это название, но и потому, что названия таких географических символов часто наследуются другими культурами, культурами, которые в данном случае пришли на смене. Я стал искать, есть ли какое-то продолжение названия хетской нижней страны в географической культуре, в географической номенклатуре народов, которые пришли на смену хетам. И оказалось, что действительно есть слово для Каппадокии, для провинции, для эллинистического государства, затем для провинции Римской, или Византийской империи, наконец, для сегодняшнего турецкого туристического термина, не имеет точной этимологии. Я хочу предложить для нее новую этимологию, не разбирая старые за оставшуюся минуту, а именно хетское реконструируемое «каттапедер», что буквально обозначает «нижнее место внизу». Согласно моей гипотезе, Каппадокия, древнеперсидская «катпадука», проходит через луийскую стадию «каттапада», снабжается суффиксом «у» внутри иранских языков и, наконец, ассимилируется «катта» в «каппа» в греческой передаче.
И это профанная нижняя сторона, которая традиционно передается аккады граммы, но за которой скрывается хетское слово, видимо, отличавшееся от сакральной нижней стороны. Ну, я рассказал обо всем, кроме того, как это относится к нашему символу. На самом деле, мне кажется, что я не пришел бы к этой идее и не задумался бы об этом, не встретив Вячеслава Всеволодовича в этом июне месяце в Москве, когда я приезжал сюда в предыдущий раз и услышал его доклад об этимологии слова «пурусханна», для которого он предложил совершенно новый убедительный анализ. Когда я год назад защищал диссертацию, посвященную реконструкции этнического профиля, плохое слово, реконструкции этнолингвистики Анатолии, один из рецензентов указал мне на то, что в моей диссертации не хватает обсуждения топонимики. Услышав доклад Вячеслава Всеволодовича, я понял о том, как нужно обсуждать топонимику своими, в меру своих скромных сил попытался восполнить этот недостаток. Спасибо. Знаете, что меня сегодня поражает, это то, что действительно тень, если не самого Канта, то место, которым он был исторически, генетически связан, а именно Пруссия, как-то сегодня с нами, потому что мы начали сегодня день с обсуждения с нашими гостями, моими друзьями Анатолием Либерманом и Томасом Венцловым, и некоторых попыток восстановить прусский язык. Дальше эта тема Пруссии возникала в связи с университетом имени Канта, а моя эта этимология Пурусханда предполагает, что Пурус как раз тот же Прус. Таким образом, Прусак, Кант каким-то образом сегодня нас осенил своим присутствием. А сейчас мы, как, насколько я понимаю, увидим другую, увидим нижнюю страну. Василий Георгиевич Щукин, который приехал из Кракова, чтобы вас поздравить, расскажет, увы, кратко. Правильно, что это о подземной стороне в Москве? Да, совершенно верно, и постараюсь что-то еще показать. А чего-то не слышно, Саша. Слышно? А, сейчас я думаю, что слышно. Прежде всего, я хочу сказать, что выступать здесь, рядом с Вячеславом Всеволодовичем, это огромная честь. Это огромная честь, о которой я никогда не мог мечтать. Вот мне хотелось бы в этом очень кратком докладе показать, как создатели первых пяти очередей московского метро, начиная с 1935 и кончая 1954 годом, пытались построить новый утопический мир под землей, и как они использовали при этом множество символов, которых я сейчас пропущу, но остановлюсь только на одном, на вот символе небесном. Почему небо? Вот это как бы вот первая всем знакомая станция Дворец Советов, я буду называть первоначальное, конечно, название, да? Вот. И она построена таким образом, что копирует во многом известный... Василий Ильич, вы простите, может вам сюда пересесть? Вы не загораживаете? Нет, видно, я могу, так сказать, либо так. Вот, храм Амоса в Карнаке, что заметил Каганович, как известно, при открытии этой станции, и архитектор Алексей Душкин, значит, заявил, что эти дворцы, те дворцы были для фараонов, а эти для народа, для простого народа. Так вот, почему топос неба так важен в утопическом мире метро?
Потому что, как мне кажется, по очень простой причине. Человек многое умеет, ходить, плавать, думать, чувствовать. Но летать, как птица, он не умеет. А вот летать очень хотелось бы. Потому что человеку хочется уметь все, что возможно вообще в природе. И поэтому для изображения бессмертной души, вот один из архетипов известного Анна Юнга, используются крылатые, летающие символы, как известно. Так вот, с другой стороны, небо было очень удобно для создания семиосферы утопии. А семиосфера утопии, конечно, в 1935 году начинала очень активно создаваться. Почему? Потому что небо буквально является утопией, то есть местом, которого нет физически. Небо не существует, существует атмосфера, но не существует. Она существует в нашем человеческом воображении, правда? И поэтому, в общем-то, небо – это утопия, это место, которого нет. Человек, который стоит на земле и смотрит на голубой купол, легко может представить себе такую вещь. Это уже как бы второй аспект этой утопической проблематики, как небесное спокойствие, нечто вроде нирваны, правда? Или иначе, растворение в субстанции чистого духа, так как считают верные древние мудрецы древности или нового времени, существование вне пространства и вне времени. И вот это пытались сделать. Причем я только вот на два аспекта здесь обращу внимание. Вот на первых станциях, которые, в общем-то, конструктивистские и относятся еще к прометейской культуре, один, используя известную классификацию Баттернера, культура 1, культура 2, здесь небо абстрактно достаточно, нет изображений. Здесь вот эти вот звезды пятиконечные вписаны в пятиугольники, и они уходят вверх, создавая впечатление действительно вот этой бесконечности. Вот давайте вторую посмотрим картинку. И очень удачная станция аэропорт, причем я выбрал специально старую фотографию черно-белую, чтобы показать. Вот здесь, конечно, символика ясна, эти парашютные стропы, да, стропы парашютов, но одновременно они сделаны так, что расширение как бы кверху идет. И вот эта вот символика неба, опутанного парашютными стропами, очень абстрактными, еще очень-очень в духе конструктивизма, дает очень хорошее впечатление полета самого настоящего. Давайте дальше. Это следующая картинка, современная. Как бы сверху посмотреть, и можно это небо увидеть. Давайте дальше. И вот переходная станция Маяковская, которая так Сталин нравилась, да, вот это вот. Это совсем другое. Ну, во-первых, вот эти дюралюминиевые, придавливающие уже немножко к земле рамки. Но я не на это хочу обратить внимание. Наверху, если посмотреть наверх, давайте следующие вещи. Вот мы видим вот такое небо. Это, конечно, известные мозаики Фролова по рисункам Александра Дейнеки. Давайте пройдемте все их. Вот сосна, вот эта самая физкультурница. Вот это очень интересно. Называется это бомбардировщик Б, господи боже мой, бомбардировщик, в общем, какой-то бомбардировщик. Бомбардировщик ТБ-4 с античной колоннадой. Давайте дальше. Вот, но это уже потом. Так вот, я хочу сказать, что вот здесь переход от символики, настоящей символики, потому что символ, он всегда многозначен. К иконическому изображению неба, то есть вместо того, чтобы нам погрузиться действительно в символику небесного спокойствия и благоденствия, мы попадаем в изображение, мы видим икону, которая просто, ну, является имитацией окна в мир, нечто похожее на нарисованный очаг в сказке Пиноккио. Вот давай дальше, пожалуйста. И вот это один момент, где небо придавлено, его нет. Это переход со станции Охотный ряд на станцию Площадь Светлова, построенный в 1943 году еще до Сталинграда. Вот это редкое место в московском метро, где мы видим настоящее подземелье. Давайте дальше. Вот. Ну, это пропустите, потому что я это сокращаю. Вот новые решения появились. После вот этого перелома, это конец 43-го года, уже после Сталинграда, когда пошло вот этот вот триумфализм, и
стали подходить к этим сталинским уже станциям, похожим на торты, вот. Это станция метро завод имени Сталина, то есть теперь это Заводская, где настоящий солнечный свет проникал через вот это широкое отверстие, через эскалатор в настоящий, не нарисованный, а настоящий на станцию. Давайте дальше. Вот, это в конце этой станции стояло известно что. Вот, и дальше, пожалуйста, дальше, пожалуйста. И вот станция, которая много раз меняла свое название, первоначальное название проектное было очень красивое, «Стадион народов», где тоже, вот я помню, когда я мальчиком далеко очень даже проезжал по этим всем туннелям, когда он с поезда выходил сюда, то видно было первое. Настоящий солнечный свет, который проникал, потому что то, что вот мы обращены к этой станции, это трехнефная, кстати говоря, базилика самая настоящая. Вот. Сзади у нас подъем на улицу, и настоящий свет, совсем не глубоко здесь, проникает на станцию в виде настоящего неба. И, наконец, панель. Конец, давайте я сделаю конец, пожалуйста, дальше, это мы пропустим, самые готические эти науки. Еще раньше, пожалуйста. Это все пропустить. Это вот единственное звездное небо в московском метро. Нет, я сокращаю. Давайте дальше. Дальше, дальше, дальше. Еще дальше. Еще дальше. Вот, спасибо. И вот конец. Конец – это вот станция метро Калужская. Архитектор Леонид Поляков, 1950 год, которая действительно последовательно является храмовой станцией. И небо там появляется лишь в самом конце, как бы в качестве апофеоза очень интересного. Мы входим в этот храм. По бокам мы видим вот эти фигуры красноармейца и красноармейки вот, с трубами, которые напоминают нам ангелов смерти на страшном суде. Спускаемся вниз, пожалуйста. Пожалуйста. И вот мы видим, я пропускаю этот замечательный вестибюль, там, где они тоже четыре эти ангела над нами обитают. Мы входим в этот храм, и в конце вестибюля, значит, в конце станционного зала видим так называемый арапатрия, то есть алтарь Отечества, который построен по всем правилам античной символики, по римским вообще канонам. Там есть и копья, и лавровые венки, обозначающие победу, все, что нужно. И все это заканчивается, там никогда не было никакого памятника, никакой скульптуры, ничего. Все это заканчивается небом. То есть мы выходим через все эти, через всю эту символику победы к настоящему нарисованному, естественно, небу. Но самое интересное еще одно. То есть если мы подойдем к этой решетке, к этой апсиде, к этому арапатре, мы увидим с правой стороны такая вот маленькая черточка, там есть с правой стороны, это лесенка, которая идет еще ниже и кончается черной дверью, запертой на ключ. Эта дверка до сих пор существует. Так вот, что я хочу сказать, заключая свой доклад, что светлая, блаженная, бесконечная символика бессмертия и небесного спокойствия всегда, особенно в подземелье, соседствует с этой профанической, страшной и зовущей нас куда-то довольно в темный мир. Ну и заключая свой доклад, я хотел бы еще раз поздравить Вячеслава Всеволодовича с замечательным юбилеем. Спасибо большое. Спасибо. Я хотел бы сказать, что особенно интересно слушать это описание символики, потому что сейчас в двух фантастических романах, на мой взгляд, очень интересно Глуховского, который можете прочитать и в интернете, «Метро 2033», «Метро 2034», вы увидите символику этих станций после ядерной войны, которая разрушит весь мир, и останется только каждая из этих станций, к которым приписана особая социальная функция. То есть, по-видимому, сейчас молодое поколение, это молодой человек, которому сейчас около 30, молодое поколение осмысляет это как некоторый ад, построенный внутри для тех, кто переживет вот эту атомную катастрофу. Спасибо. Да, что, на минуту, да. Да, это очень интересный доклад.
что вот символика храмов и подобных вот сооружений, это очень распространенная игровая стратегия автора. Я приведу один пример только в связи с этим. Вот в Калининграде у нас есть дворец спорта. И на дворце есть, ну, роспись такая. Значит, с одной стороны, посмотрите, это как бы стадион. Но если с другой стороны, то это египетские крылья Богара. В центре солнце и три спортсмена, которые играют в мяч. Я аллюзия на Троицу. Вот. То есть такая, как сказать, символическая игра, с одной стороны, реалистическое изображение, а с другой стороны, символ, выводящий спорт на уровень вообще, так сказать, религиозный. Вот. И примеров много, даже в Калининграде у нас там. Да, я совершенно с вами согласен, тем более, что мы когда изучали, было 50-летие Дворца культуры и науки в Варшаве, то там нашли очень много христианской символики в этой, в этом здании высотки, которую установил Лев Рудин, как известно. Такое чувство, что автор просто забавляется. У нас остаются доклады, да, мы можем, Саша, когда у нас из этой аудитории непонятно, пока мы здесь. Да, Владимир, Юрий Григорьевич, если вы нам кратко сейчас сделаете, как? Хорошо. Дмитрий Вадимович. Так. Пожалуйста. Что же, об универсале? Ну, древнем Риме. Нет, не о древнем, а об образе древнего Рима. Два измерения любого средневекового города. Первое измерение, разумеется, так сказать, топографическое измерение города, и второе измерение – это измерение социальное. В последнее время, благодаря прежде всего исследованиям в области эпиграфики, средневековой эпиграфики, появляется возможность говорить и о третьем измерении, которое в современной, так сказать, отечественной лингвистике еще не получило должного, так сказать, терминологического оформления. Это то, что мы могли бы говорить как то, о чем мы могли бы говорить, как о, так сказать, о ощущении города, о чувстве города. И это то измерение, которое очевидно, так сказать, накладывается и перекрывает как социальную стратификацию рамок средневекового города, так сказать, и ту топографию, в рамках которой эта стратификация действует. Еще в XI веке такой автор, как Хильдебранд Ловардинский, писал: «Стерто все, что прошло, нет памяти в Риме о Риме, сам я себя позабыл в этом упадке моем, но поражение мое для меня драгоценней победы, пав я славнее, чем гордец, нищий богаче, чем крест, больше дала мне хоругвь, чем орел, апостол, чем цезарь, и безоружный народ, чем победительный вождь. Властвовал я, процветая, умами земных человеков, телами земных человеков, ныне поверженными в прах, душами властвуя их». Таким образом, очевидно, что для
Средневековье, и прежде всего для итальянского Средневековья, Рим воспринимается как единственное, так сказать, как единственное ощущение города. То есть любая итальянская коммуна, любой итальянский город во многом, особенно в эпоху рецепции римского права, то есть, скажем так, даже в Гусугуду с X до XII века, воспринимает себя настолько городом, насколько он себя воспринимает Римом, скажем так. И вот некоторые примеры, кратко, я хотел бы здесь привести. В 80-е годы XI века открывается для нас история вот такого восприятия себя, так сказать, в Риме, плитой, закладной плитой в Пизе, где, собственно, написано: «Славных жителей Пизы, намереваясь описывать деяния, я воскрешаю память о Риме». Так увеличила Пиза славную память, которую снискал некогда Рим, одержав победу над Карфагеном. Этот памятник, датирован 70-ми годами XI века, в общем-то, стал, так сказать, таким логическим завершением ряда явлений, политических явлений в истории Пизы. Это и завоевание в Реджо, и завоевание в Сардинии, и в Боне Африканской, и на Палермо. Что касается чуть позднее, да, такого же появления, то это Порто Пизата, да, Порто Гуре в Пизе, где написано, что насколько Пиза, так сказать, насколько Пиза увенчается успехом, настолько и прославление своего превосходного консула оно последует Риму. Для генуэзской традиции, правда, уже не биографической, а хроникальной, так сказать, традиции, традиционалов генуэзских. Все генуэзцы, вне зависимости от их семейного положения, вне зависимости от их топографической принадлежности к концептерии в рамках города, все действуют по отношению к империи в 1162 году как римляне, мудро и справедливо. Пожалуй, так сказать, завершая этот ряд, да, в 1446 году, уже вне Италии, но в, так сказать, том регионе, который связан с итальянской традицией, в частности, так сказать, в Пере, да, то в том местечке, которое находится недалеко от Стамбула, в Константинополе, мы встречаем плиту под эстапера Бальдасара Маруффо, которая датирует как раз 1446 годом, и которая нам говорит о том, что он воздвиг стены Пера и расширил стены Пера, устроил город так, как того требовала римская слава. И у людей известная, и у богов знаменитая. Вот таким образом можно, так сказать, заключить, что для итальянского средневековья появляется возможность говорить о третьем измерении, так сказать, да, о духе города, об ощущении городской истории, об ощущении горожан. И во многом, благодаря не юридической, а культурной составляющей римского, рецепции римского права, может говорить о том, что это ощущение было соотнесено с историей Рима, и город, особенно в эпоху XI-XII веков, в Северной и Центральной Италии, воспринимал себя настолько, насколько он себя воспринимал в римской истории и в Риме. И вот, так сказать, хотя Вячеслав Семенович, к сожалению, здесь вот именно отсутствует, но я хотел бы выразить ему и Татьяне Владимировне тоже свою глубокую благодарность в том, что когда-то они позволили мне здесь работать и продолжать, так сказать, мои некоторые, так сказать, изыскания. Спасибо. Спасибо.